Итак, перед нами самый обычный блокинг-генератор на одном транзисторе. Трансформатор на ферритовом сердечнике. Двуполупериодный выпрямитель. Конденсатор фильтра. Диод обратной связи. Вроде бы ничего особенного. Давайте посмотрим в работе. Вот оно, это устройство. Значит, вот сам блокинг, транзистор КТ-805, трансформатор на ферритовом сердечнике тороидальном. Значит, выпрямительный диод. Это диод сотки от компьютеров. Конденсаторы фильтра. Вот цепочка обратной связи с диодом, развязывающим на начало. Так, посмотрим на осциллограмму. Извините, он тут работает. Надо остановить сначала. Остановим мы его замыканием. Так. Итак. Запускаем наш генератор. Запустили. Смотрим. Видим импульсы блокинга. Вот они идут. Видно их. Значит, увеличим масштаб, поглядим, что за ними. Вот за ними мы видим звон колебательного контура. Это как раз есть наша свободная энергия. Почему-то все сомневаются, что их можно снять. Можно. Вот. Нету ничего. Я убрал аккумулятор. Вот он стоит. Все. Он не нужен. Работает система. Так, давайте понаблюдаем, как она работает. Я сейчас остановлю все. Остановить я могу только с замыканием. А, не получилось. О, получилось. Остановил. Ты еще не сразу остановишь. Запускаем. Обратите внимание, конденсатор разряжается, амплитуда падает. Вот очень хорошо видно, падает амплитуда. И идет стабилизация с увеличением амплитуды, то есть он сам находит себе нужный режим. Ничего не подключено. Работает только за счет своей энергии. Можем убрать аккумулятор подальше. Все. Фокусов тут никаких нету. Никаких спрятанных источников питания. Ничего нету. Все, амплитуда возросла, стабилизировалась. И теперь он так будет работать. Ну, я не знаю сколько. Он в таком режиме работает вот с момента его создания. Отключить не так-то просто, только замыканием. Так, еще раз. Схема генератора. Вот он сам генератор. Так. Осциллограмма. Видим, что он работает. Мощности у него, конечно, мало. Здесь вот по осциллограмме специалисты увидят сразу, что аппарат абсолютно не настроенный. Что надо бы подобрать частоту контура по-другому. Разумеется, звон в 200 колебаний затухающих — это не дело. Вот. То есть, если это все настроить нормально, то, я думаю, можно будет
лампочку зажечь, будет такой вечный фонарик. Все, всем спасибо.